главная составляющая победы, да, это третья, четвертая четверть, и как мы отыграли в защите. За третью, четвертую четверть мы пропустили 30 очков всего, и при том, там, мы сейчас с ребятами посчитали, очков 10-12, наверное, но они были совершенно дурацкие, такие глупые, да, там где-то бэкдор сделали, где-то задний заслон, там не поменялись, хотя надо было, то есть все знали, что надо делать, но вот видите, в полу борьбы, видно, где-то забывали. И так если считать, ну и то с этими вот ошибками, там 12-14 очков, то есть пропустить 30 очков за две четверти, я думаю, что от «Автодора» это очень хорошо. Перед игрой были важные установки, закрыть трехочковые Петерсона, Армстеда, левую руку. То есть, я считаю, что в большей степени нам это удалось, поэтому под конец не может человек играть все 40 минут, поэтому под конец немножко мы додавили их. Я считаю, что мы в правильном направлении двигались, играли. Ну, невозможно играть все 40 минут, как бы этого не хотелось. Тренер нам всегда об этом говорит. Мы всегда за это получаемся, проваливаемся по ходу матча. Ну, над этим надо работать, я думаю, что начало сезона только еще.